Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Тема сегодняшнего видео – модные шапки осень-зима 2020-2021. Топовые тренды и новинки сезона. Шапка – это не только защита от холода осенью и зимой, но также и красивый аксессуар, который дополнит ваш стильный образ. Как мы можем наблюдать в последнее время, мода на головные уборы становится все более разнообразной и многогранной. Универсальная, популярная и очень практичная модель шапка бини, которая также называется шапка-носок. Идеально подходит для повседневных образов и прекрасно сочетается с большинством предметов верхнего гардероба, например, с пальто, кардиганами, плащами, куртками, пуховиками, шубами. С помощью французских беретов можно создать много роскошных и женственных образов. Берет можно комбинировать с куртками, пуховиками, дубленками, пальто любого кроя. Берет можно украсить брошью, камнями, бусинами и другими видами декора. Производят его из ангоры, шерсти, махера, фетра и даже эко-кожи. Стильные кепи – горячий тренд холодного сезона. Прекрасно смотрится на девушках, которые любят стильные, оригинальные образы. Кепи можно надеть для романтического и делового стиля, а также на прогулку. В тренде из кожи, кашемира, фетра. Бейсболки уже перестали быть аксессуаром исключительно спортивного стиля. Хорошо сочетаются с оверсайз-жакетами, кожаными пиджаками, пальто, а также платьями, кожаными куртками, пуховиками и шубами. Панамы получили легкую и быструю славу. Они на пике популярности уже несколько сезонов подряд. Панамы уверенно перебрались на подиумы, на улицы модных столиц и также останутся с нами и будущей осенью. Минималистичные панамы – выигрышный вариант головного убора, который можно смело приобретать модницам всех возрастов. Шляпа – настоящая классика женских головных уборов. Фетровая шляпа – это абсолютный чемпион по востребованности у современных женщин. Федоры, ковбойские шляпы с низкими полями или широкополые – это не просто часть образа, но это мощный акцент. Изысканная шапка-чалма прекрасно сочетается с шубами и пальто, также с куртками в классическом стиле, а также пуховиками и косухами в стиле стрит-стайл. Платки переживают свое новое рождение, на этот раз благодаря невероятной популярности бандан из нулевых. В новом сезоне осень-зима 2020-2021 завязывать платки можно не только в стиле бабушка, но и как Дуа Липа. Дерзкие банданы впишутся в любой образ. Капюшоны – новое веяние современной индустрии моды. Данный головной убор украсит ваш повседневный образ, а также станет ярким элементом праздничных осенне-зимних образов. Объемные шапки с косами и жгутами смотрятся стильно и очень эффектно. Именно их нужно приобрести в первую очередь зимой 2020-2021. Невозможно представить женский гардероб без головных уборов, ведь именно они лучше дополняют образ и придают ему нужное настроение. В новом холодном сезоне шляпы, кепи, береты и панамы актуальны как никогда.
Головные уборы из махера и кашемира станут прекрасным дополнением зимнего наряда. Главное помнить, что они плохо сочетаются со спортивными вещами. Современные тренды головных уборов и шапок, в частности, настолько разнообразны и универсальны, что вы сможете выбрать актуальный головной убор под любой ваш наряд и тип верхней одежды. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока!